Это я жду Виталия Сундакова, моего старинного друга, который в свое время создал школу выживания, и где меня познакомил с самыми разными людьми. Я там делал свой мастер-класс, и мы дружим с тех пор. А это, как говорится, старая дружба не ржавеет. Это та печать, которая ни одним дождем не смывается, да, как я говорю в своих афоризмах. Вот я картину специально поставил про путешествие. Потому что Виталий Сундаков у нас великий путешественник. И мы с ним должны сделать видео через Skype или Zoom, поставить в нашей школе «Человек будущего» и там сделать разъяснение некоторых вопросов. Потому что Виталий занимался, как мы всегда ведем с ним диалог очень много лет, внешняя свобода и внутренняя свобода. Ну, потому что я мозгом занимаюсь, как устроены нейросети. А Виталий путешественник, философ, замечательный человек. Вот. Ну, мы с двух сторон идем. Я изнутри иду. Я даже вот физкультуру, например, к ней пока пришел, но я шел изнутри к физкультуре. Да, и поэтому пока все говорили, ой, физкультура такая хорошая вещь, а я думаю, а зачем она нужна? Ну, маш, там, руками, там, и прочее. А вот изнутри шел, через ключ создал, изучал гипноз и прочее десятое, как там мозг работает, две половины мозга, как они синергируются, как они разъединяются, когда человек принимает решение, когда осуществляет решение и так далее. И вот все равно мы на какой-то волне времени опять встречаемся, и скоро мы встретимся. Я сегодня ждал, но он был очень занят, мы с ним вчера созванивались, там должны были быть у него делегации. Ну, я не дождался, но вот рубашка-то у меня, видите, какая, путешественника я специально надел, и паруса здесь специально. Но самое главное пока, я вам хочу сказать такую вещь, еще до нашей следующей записи с ним. Однажды мне какой-то философ-социолог сказал, что этика у разных людей и мораль разная. Вот на каких-то островах живут какие-то люди, которые поедают друг друга. А я спросил Виталия. Виталик, ты везде ездишь, и на все острова там, и везде бываешь. Скажи, есть такие люди, которые поедают друг друга, такая мораль? Он сказал, да нет, какое, конечно, нет. А я говорю, а почему же так говорят? И он мне тогда открыл тайну. Он сказал, да они так говорят, чтобы других не пугать, чтобы на них не нападали. О, вот оно в чем дело. Поэтому Виталий мой друг. И будем мы с ним обсуждать вопросы о внутренней и внешней свободе. И как их соединять. И хочу я еще с ним обсудить такой вопрос, как сократить кризисы и войны на планете и сохранить разум на планете. Потому что сегодня период неизвестности, нет образа будущего. Как раз мы и можем вместе с ним создать это. Он в своей школе, которую ведет, а я в своей школе. И мы вот так создадим новый эффект синергетики. Да, друзья, до встречи.